Больше 6 тысяч требований к бизнесу излишне. И это только в 18 сферах. Еще столько же проверят до конца года, заявил премьер-министр на встрече с главой Президиума Нацпалаты. По его словам, госорганы уже приступили к упрощению регуляторных критериев. Более того, теперь будут пристальнее следить за содержанием нормативно-правовых актов, в планах усилить экспертизу документов. Этот вопрос и в целом реализацию новой экономической политики Алихан Смаилов взял на личный контроль. По его мнению, со стороны некоторых госорганов есть факты затягивания по упрощению АДМ-процедур по транспортной, энергетической отраслям и в сфере АПК. Раимбек Баталов рассказал о трансформации Атамекен. Нацпалата будет участвовать в разработке документов в системе госпланирования. Бизнес вместе с правительством начнут следить за реализацией госпрограмм. В НПП предложили работающий механизм KPI для каждой отрасли. Мы выносим те приоритетные оперативные стратегические вопросы, которые имеются в каждом ключевом направлении. И для нас это очень важно. Это стимулирует бизнес-сообщество консолидироваться, консолидировать экспертизу. Бизнес действительно видит о том, что слышащее государство работает, и у нас есть реальные возможности по изменениям. Сегодня выстроено очень тесное взаимодействие. Встречи проводятся буквально на ежедневной основе. Вопрос дальнейшего развития предпринимательства является для нас одним из приоритетных. Мы готовы и дальше проводить эту работу совместно.